человек уже все полностью рассыпался, все, уже в кровати лежит, вот когда чувствует, все, он даже чуть пошел вниз, уже начинает чувствовать работу. То есть, если он находится в ауте, уже нечего делать, ты говоришь? Или нечего делать, или... Нет, как раз, но он как раз то, что называется, отдает свою душу в руки Творца. Мне нечего делать, нет у меня никакой силы сопротивляться, я не могу ничего изменить, я не управляю. И так, так что происходит? Я нахожусь в состоянии самом хорошем. Творец взял от меня все силы, весь разум и даже все чувства. Я мертв буквально, нахожусь, нет более низкого состояния. В этом состоянии я могу на самом деле отнести себя к нему. Да, так это. Как будто собирающийся умирать. Возьми меня. Ну.